Вот машина Mitsubishi Lancer 96 года. Простая машина, такая легковая, по бездорожью. В принципе, чип не нужен. Не знаю, как-то камеры видно, не видно. Ямы здесь такие приличные. Ну, с местами, по крайней мере. Дорога на мою пасеку, я еду на пасеку. Сегодня надо шифером рубероидом укрыть крыши. Готовимся к зиме. Дорога на пасеку. Руины домов здесь кругом, деревни здесь вымершие, в принципе ничего здесь уже, населения очень мало, глушь в нашей округе. Мне достался там хутор небольшой, у меня теперь там пасека. Дома кругом заброшены, кому кто не живет, здесь не живет, и в этом доме никто не живет, вот только в том доме там живут далеко, вдалеке. Сейчас участок такой будем приезжать, экстремальный. Интересно будет посмотреть дорогу на пасеку. Сейчас видите, повезло уже, сейчас планет. Ну вот ради интереса посмотрим, как внедорожные свойства моей машины. Колею справилась спокойно. Условий жизни никаких этих блокировочных систем нету. И посадки там 13 сантиметров, эти, которые меняют машине. В принципе, клиренсы. И управляю я одной рукой, вторую снимаю. Гравейка неуверенная. В принципе, любая машина может ехать по бездорожью. Независимо от ее класса, качества, в принципе, все проходимо. Конечно, какая-нибудь Нива здесь даже бы не останавливалась. Ну, дальше я сниму себе пасеку, наверное. Другой ролик, скорее всего.